вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем готовить очень вкусный, сытный и яркий салатик. Очень-очень полезный. Для салата нам понадобится 1 кочан капусты, молодой, небольшой, 1 морковка, домашний майонез 1 стакан, 1 баночка кукурузы, 200 грамм салями и 2 огурца небольших. Для начала нам нужно нашинковать капусту. Капусту нашинковали, теперь ее надо посолить, помять ручками и оставить, пусть она пустит сок. А нашу морковку нужно натереть на терке для корейской морковки. Так салат будет красиво выглядеть. Морковку отправляем к капусте, а колбасу и огурцы нарезаем полосками. Осталось только смешать все ингредиенты. Это колбаска, огурец, кукурузка. И перемазать это все майонезом и тщательно перемешать. Вот такой красочный и очень вкусный салатик получается. Его выходит много, хватит на всю семью. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал «Готовим с любовью». Приятного вам аппетита! Пока-пока!